Спокойно, вы все еще на канале QWERTY, и сегодня у нас очень важная задача – разобраться, как справиться с похмельем. Нет, конечно же, у большинства подписчиков канала QWERTY такой проблемы нет. Мы тут люди молодые и не пьющие. Но все же никто не застрахован. Итак, я представляю вам нашу новую медицинскую программу «Лоботомия» и ее ведущего Жукова Никиту. Ну что, спасай нас, доктор! Да-да, это был я. И у врачей иногда случается похмелье. И вот то, что вы видели до этого, никогда так не делайте и забудьте, никому не рассказывайте. Потому что лечить алкоголем похмелье бессмысленно. Вам сначала может стать немножко легче, но потом обязательно будет хуже. А, еще и к запоям может привести. Вы скажете, ну, надо было просто вчера плотнее покушать, и все было бы нормально. А вы в курсе, что именно плотная закуска приводит к большинству случаев летального отравления алкоголем? Главные проблемы похмельного синдрома – это продукты утилизации алкоголя, в первую очередь ацетальдегид, и обезвоживание. Первые надо выводить, вторые восполнять. Ясно, что новая доза алкоголя не справится ни с одним, ни с другим. Похмелье – тема, конечно, мутная. Все друг другу противоречат, и никто ничего толком не знает. Но одно во всех источниках совпадает. Хочешь избежать похмелья – не пей. Мы решили подойти к вопросу с научной точки зрения. И выделили действительно работающие методы. Итак, как надо. Номер один в нашем списке – это банка рассола. Только, во-первых, это должен быть именно рассол, а не маринад, потому что в маринаде много уксуса. А во-вторых, не стоит пить рассол больше одного стакана, поскольку мы понятия не имеем, сколько там электролитов. Но есть вариант еще круче. Это всем известная минералка. В идеале найти щелочную. Это гидрокарбонатно-натриевая. Или соляно-щелочную, она же гидрокарбонатно-хлоридно-натриевая. Давайте логически подумаем, чем нам поможет минералка. В ней есть щелочь, которая помогает бороться с кислотой, скопившейся в организме после злоупотребления. Это восстанавливает pH, смещенный в кислую сторону. По-умному – ацидоз. Аналогичный способ, более технологичный и более точный – регидрон. Берем регидрон, гастролит и любой другой аналог. Растворяем в теплой водичке. И давимся этой гадостью. Но на самом деле, учитывая нереальность выполнения прошлых пунктов из-за охватившего вас бессилия в этот тяжелый момент жизни, достаточно будет обычной воды. Не из-под крана, конечно, но из кулера или магазина вполне сойдет. Большинство бутилированных вод содержит достаточное количество минералов для восполнения их потерь. А теперь главное лекарство от всех болезней – клизма. Изливать перепитое накануне через рот уже поздно, а вот опорожнить кишечник будет отличным решением. Эвакуация. Хотя, в общем-то, мало у кого возникает проблемы с этим из-за обилия жидкости в кишечнике. Так что про клизму – это больше шуточки. Сюда же относятся все сорбенты. Они вам, конечно, могут помочь, но нужно не забыть их вывести, иначе никакого толка не будет. На этом научно обоснованный подход к собственному лечению похмелья и заканчивается. Нам нужно вывести недовыведенное и восполнить потери. При наличии врача неподалеку можно поставить капельницу со всем тем же набором, добавить мочегонное и провести экспресс-замену старой жидкости в организме на новую. Только врачом. Помимо лечения самих причин недомогания при похмелье, стоит бороться и с симптомами, самым тяжелым из которых является головная боль. Тут существует всего два адекватных варианта. Аспирин в дозировке 500-1000 мг в зависимости от вашей тяжести и тяжести вашего похмелья, и ибупрофен в дозировке 200-400 мг аналогично. Аспирин более рискован в плане побочных действий. Он может вызывать кровотечение, поражение печени, ну и просто раздражать желудок. Поэтому аллергикам, язвенникам и просто без еды его нельзя. Ибупрофен – золотой стандарт. Стоит помнить, что парацетамол или содержащие его цитрамон и другие препараты пить нельзя по причине усиления токсичности алкоголем. Вообще, современная медицина не имеет ничего против умеренного употребления алкоголя,
Ведь у каждого человека в организме он вырабатывается. Более того, был описан синдром самоопьянения, когда кишечная флора вырабатывала из углеводов этанол, и человек реально пьянел. Оставаться трезвым, заливая в себя рекордные объемы этанола, нельзя. Не получить похмелье при этом тоже нельзя. Но при этом существует огромное количество баек, которые сулят вам отсутствие похмелья после пьянки. Большинство из них могут отсрочить наступление опьянения, но надеяться на милость похмелья и чугунной головы с утра не приходится. Давайте рассмотрим наиболее распространенные из них. Первое. Плотно покушать. До, во время, после. Или, например, выпить сырое яйцо или съесть кусочек масла. Полная чушь. Все перечисленные ингредиенты действительно замедлят всасывание, но через какое-то время они переварятся и поступят в кровь вместе с алкоголем. 99% российских застолий накрыты по всем канонам. Но хоть когда-нибудь это спасало кого-то от похмелья или хотя бы драк? Увы. Не смешивать. Вполне разумное правило, но работает оно на уровне психологии. Научного обоснования ему нет. Нет никакой разницы, в какой пропорции этанол попадет в ваш организм. Когда мы игнорируем это правило, мы начинаем пить все подряд и выпиваем намного больше, чем нам нужно было. Не понижать градус. Имеет смысл при переходе на слабоалкогольные газированные напитки, потому что углекислый газ в них будет усиливать всасывание и предыдущих крепких напитков. Однако виски-кола так и работает. Благородные дорогие напитки. Благородные дорогие напитки полезны и дают меньше головной боли. Нет. Чем чище жидкость, тем лучше. Что до элитных бурбонов, коньяков и виски, при выдерживании в них появляются те самые вещества, которые дают цвет, аромат и вкус. Но они совсем не безобидны для организма. Проводились исследования, в которых людям давали виски, водку и плацебо-виски. И уже на 60 миллиграммах виски у людей начиналось похмелье на следующий день, тогда как на той же дозе водки его не было. Вот вам и элитный вискарь. Стопарик перед пьянкой. Некоторые советуют выпить небольшую дозу алкоголя за несколько часов перед активными возлияниями. Да, алкоголь действительно активирует ферменты, но в борьбе с похмельем это никак не поможет. А теперь, чего делать точно нельзя. Витамины. В жутких дозировках, до или после. Решительное нет. Оставьте витаминотерапию на случай алкоголизма. Там, в длительных голодных запоях, действительно развивается их дефицит. Фуфломицины. Заботливо предлагаемые вам аптекарями или даже просто продавцами на заправках. В лучшем случае они содержат аспирин в загадочной смеси. Или вообще ничего. В худшем случае это могут быть какие-нибудь метаболические препараты, сосудистые или просто ноотропы. То есть фуфломицины. Действия они не имеют и применять их не рекомендуется. Банька. В русской народной баньке к вам может постучаться один пушистый зверек. И это не белка. Сердцу работать и так тяжело, а главный эффект бани – выведение и жидкости, и электролитов через пот. К чему это может привести? Ну, к ухудшению состояния, возможно, смерти. Янтарная кислота, она же сукцинат, входит в большинство чудо-миксов от похмелья, поскольку является нашей русской народной панацеей. Кто-то однажды нафантазировал, что янтарная кислота может ускорять метаболизм алкоголя. И понеслось. С тех пор сукцинат и русское похмелье неразлучимы. И что тебе теперь со всем этим делать? Будь аскетом. Ну, серьезно, много не пей. Не то чтобы нужно было отказываться от всех благ, но да-да, Кэп, во всем нужна мера. Много не пей. Если пьешь, много не ешь. И держи при себе аспирин или ибупрофен и минералку на утро. Даже если ты ничего не запомнил из этого гайда, теперь ты знаешь, где найти видео, которое спасет тебя после непредвиденной пьянки. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайся на канал и не забывай ставить лайки, пока еще трезвый. Ну и это, я тут новенький, поэтому задавай вопросы, оставляй пожелания в комментариях и до встречи!